Почти 200 квартирных краж произошло в области с начала года. Еще полсотни из садовых домиков. Сотрудники Кировского УВД дали несколько советов, как сохранить имущество. По словам полицейских, домушники попадают в жилище, взламывая замки входных дверей или через окна. Из квартир крадут чаще всего весной и летом. Преступники пользуются отсутствием хозяев, которые уезжают на курорт или на дачи. Чтобы избежать неприятностей, нужно соблюдать несколько простых правил. Установить сигнализацию, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, значит, оборудовать свое жилище металлической дверью. Значит, на этой металлической двери должно быть не менее двух типов замков. Лучше всего, чтобы они были разнотипные. Значит, уезжая на длительный период времени, сообщать об этом соседям, с которыми в доверительных или в дружеских отношениях.